Ульяновская область первая в стране серьезно взялась за изменение государственной тарифной политики. Региональное правительство в лице его председателя Александра Смекалина и Федеральный центр мониторинга и контроля за ценообразованием в лице директора Алексея Малоземова подписали соглашение о сотрудничестве. Основная цель документа – сбалансировать цены в сфере ЖКХ на услуги естественных монополий посредством совершенствования законодательства о государственном регулировании тарифов. В своем послании президент достаточно четко обозначил не просто контур будущей страны, не просто образ будущей страны, а конкретный четкий план развития и экономики, и, конечно, повышения благосостояния людей. Но развитие экономики и повышение благосостояния людей невозможно, как минимум, без нескольких очень правильных вещей. С одной стороны, понятного, прозрачного, стабильного законодательства, а с другой стороны, конечно, все, что связано с развитием честной конкуренции. Соглашению предшествовала кропотливая работа по изучению вопроса, анализу существующей ситуации в области. По поручению губернатора полгода назад была организована специальная рабочая группа. К исследованию подключились в том числе федеральные эксперты. Две недели назад в Ульяновске подвели итоги мониторинга соблюдения законов по государственному регулированию тарифов в сфере ЖКХ на услуги естественных монополий. Согласно данным, за последние 8 лет наш регион в рейтинге ценообразования среди всех субъектов государства занимает золотую середину. Существенные проблемы область имеет в системе тарифов газораспределения и теплоснабжения. Тарифы должны отвечать качеству услуг. Поэтому основная цель тарифообразования – это установить тарифы экономически обоснованные, максимально их сблизить по уровню, создать единые условия экономической деятельности на территории Российской Федерации для всех российских граждан и предпринимателей. Непрозрачная тарифная политика госмонополии – еще одна из ключевых проблем, которая стоит на пути у малого и среднего бизнеса. Мы это видим, исходя из того, что количество обращений предпринимателей, да, представителей компаний, которые жалуются на необоснованный рост тарифов, на невозможность покрыть расходы, на изменение условий взаимодействия с естественными монополиями, он ежедневно растет. Если в прошлом году таких обращений было 15, то к началу 2018 они увеличились в разы. Рената Алиулова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.